Всем привет, всем доброе утро. Скажите всем доброе утро. Где-то там вижу тебя. Мы сейчас собираемся на завтрак, сходили на море опять с утра. Сейчас пойдем позавтракаем. У нас сегодня, смотрите, приехал базар. Вон, видите, базар приехал. Поэтому Бабалина так его долго ждала. Так что сейчас. Бабалена, там рынок приехал. Да. Так что мы походу поедем. Пойдем не на море после завтрака, а на рынок. Зачем на рынок? Так он, наверное, целый день будет. Ну да. Ну вот, вечером сходим. Так, потом там вечером что делать надо? Надо торговаться с утра. С утра и поубирали. Пашка здесь уже что-то ремонтирует. У него сверху главное открыто, да, было? Мама, столько вода выходит. Столько вода. Угу. Ты зачем там вот добавил? Нет, он И так прикольно, раз и всю дорогу перекрыли, и пофиг. Ну, я говорю, я помню, думаю, вроде как дорога была, потом не было. Понять не могу. Мы, считай, пошли на море, еще ничего не было, да? О, движение, капец. Прыгай, Ариш. Ариша. Ариша. Прыгай. Прыгай. Нет, прыгай. Поймай ее. Аришку поймай. Арин! Арина! Вылазь! Я столько там что-то все меряют, меряют, а мы ни разу даже не пили. А мы пошли гулять. Да? Да, а мы пошли гулять. Мама, пошли там. Где там? Ай, смотри на меня. Ой, что-то Алания не подсвечивается. Красота. Ой. Смотри, как мы сегодня делаем. Так делаем.
Киканул. Как вы делали? Тут и фонтан не работает, и Алания не подсвечивается. Это другая Алания. Нет, вот здесь вот должен подсвечиваться, и фонтан должен работать. То ли еще рано. Баба, она так делает. Я же другую же кошку нападать собираю. Это как же? Да, рука, через которую мы сегодня переходили. Это что такое? Робот. Речка? Нет, вот это маленькое. Это... Речка? Здесь Таня вас сфоткает. Ну, пойдем фоткаться. Давайте. Кольдана! А ты кто? Мама, а мы там везде. Я могу быть. Мам! О, назад пойдем. Мама, мы бы были домой были? Нет, челик можно покупать. Правда, мы где-то были? Здесь вообще не так тепло. Давайте встанем, нас мама сфотографирует четверых. Там мы были, да? Арина, красота. Ты на платье сядь. Папа! Тут не быстро катайся из-за того, что мама, будешь. Мама, ты не делай его штуки. Да, прикольно. Какие вот эти две? Пошли. Это мне одну пойду. Сидят, отдыхают. Иди, не надо у меня ничего спрашивать. А? Ты куда, Марина? У Карины слышно. Вон волна. Я тебе говорю, что мы просто далеко были от моря, поэтому. О! Юля, может уже не мать? Угу. Мам, с тобой. Мама, Полина, да!
Она сейчас хвалит. Пашка, вставай. Пошли. Ой, это что? Это для чего? Качались все на велосипед. А как мы теперь слезем? Легко. Я не Ван велосипед и лесенки. Ой, что с этим делать? Надо подбирать. Хотели покачаться, а из-за ограничителя не стали. Я говорю, мы просто были далеко, у нас там сильный этот сход. Но у нас там волна меньше, чем здесь. Сама же осталось, что дойти-то. Так, я тут что, это грибы? Ну так пойдемте. Нет, так ты еще на смерти. На корабликов подойдите. Ты что, молодцы, надоело чините? На корабликов пошлите. Там у корабликов фоткаем. Ну так интересно, где велосипеды. Вот велосипеды. Ты что, на Витке хочешь? Да, на нет. Как интересно. Не, я не знаю. Это типа здесь прокат велосипеда. Какой большой. Рука. Они ходят не ест. Они опять пальцы смотрят. Что же это? Потом сюда попали. Она одна пальцы. Мама, если она так делит, она будет пальцы вот это. Колючие. Нам еще обратно идти столько же. Я сильная, я сильная. А мне легко. Ну, я поняла. Как? Нет, по ноге все что, прямо туда-туда пойдем? Не знаю. Ты меня фотографировала? Я же тебе не говорила. Я говорила, снимать удобно будет снимать. Ты смотри, как нам далеко. Тебе этот бот не видно, а? Нам тут далеко, так я что и говорю? А? Я что и говорю?
Беларуси.